Добрый день, с вами агентство недвижимости Дипка Ременькюль и меня зовут Инна. Сегодня хочу показать вам квартиру 2+1 с отдельной кухней и с отдельным салоном. Также квартира у нас находится в районе ТДЖ в новом комплексе. Возраст комплекса у нас всего лишь 3 года. И давайте немного расскажу вам про территорию. Территория у нас большая, ухоженная, зеленая. На территории у нас имеется детская площадка, бассейн взрослый, детский, аквапарк, многочисленное количество беседок, мангальная зона, зона отдыха с фонтанчиком и автостоянка. Также внутри СИТЭ у нас находится детская игровая комната, хамам, сауна и также имеется бильярдный зал. Искан получен, генератор имеется. И что касаемо квартиры, квартира у нас продается с мебелью и с техникой. То есть все, что вы увидите на видео, мебель, техника, люстры, занавески, шторы, все остается, все входит в стоимость. Мебель и технику хозяева покупали для себя, покупали все хорошего качества. И давайте посмотрим их. Мы с вами уже в квартире, и нас с вами встречает просторная светлая прихожая. С этой стороны у нас большой вместительный встроенный шкаф с зеркальными панелями, которая визуально расширяет пространство. С этой стороны у нас имеется видеодомофон и кнопка вызова лифта. Проходя далее по прихожей, с левой стороны у нас имеется гостиная, которую хозяева переделали в спальню. Здесь в гостиной у нас имеется панорамное окно с видом на море со своим французским балкончиком. На полу у нас ламинат, квадратура 20 квадратных метров. Хочу обратить ваше внимание, что по всей квартире вся мебель, техника, занавески, люстры, все, что вы видите, все входит в стоимость. Пойдемте далее. Следующая комната у нас кухня со столовой зоной. Кухонный гарнитур у нас выполнен в Г-образной форме. Имеется вся техника, стиралка сюда установлена. Это все входит в стоимость. Квадратура столовой у нас 24 квадратных метра. Хозяева сюда разместили вот такой большой стол, 6 стульев, комод и установлен кондиционер. Окна также выходят на юг и на запад. Пойдемте далее. С кухни мы с вами попадаем в прихожую и плавно переходим в коридор. Коридор у нас 3,5 квадратных метров. С этой стороны у нас находится общий санузел, его мы посмотрим позже. Далее мы с вами заходим в детскую комнату. Детская комната 8,5 квадратных метров. Хозяева его оборудовали под свою внучку. Разместили здесь вот такую мебель красивую, шкафчики, полочки, письменный стол. Все входит в стоимость. На полу ламинат и окна выходят на запад и на север. Пойдемте далее смотреть. С детской мы с вами переходим в родительскую спальню, 11,5 квадратных метров. В спальне у нас имеется выход на балкон, на северную сторону. Также в спальне у нас имеется свой санузел и гардеробная комната. Давайте начнем с балкона. Балкон у нас 4 квадратных метра. Здесь разместили шкафчик под стиральную машину с полочками для моющих средств. Также имеется бойлер для подогрева воды, и с этой стороны у нас подвешен блок от кондиционера.
Далее у нас следующая комната – это родительский санузел. Санузел 4,5 квадратных метра. Душевая кабина, унитаз, мойка, шкафчик под мойкой и полочки. Проходим далее, и у нас с вами гардеробная комната. В гардеробной комнате у нас имеются полки, вешалки, выдвижные ящики. И вот такая одна торцевая стена, полностью зеркальная, за которой у нас прячется пожарный выход. Идемте смотреть далее. Далее по коридору у нас общий санузел, 4,5 квадратных метра. Также душевая кабина, унитаз, полочки, шкафчик под мойкой, мойка и большое зеркало. Санузел у нас большой, просторный. На этом у меня все. Мы закончили просмотр этой квартиры. От себя могу сказать, что квартира мне понравилась. Она очень светлая, уютная. И хочу отметить, что в доме, в квартире уже имеется индивидуальная система отопления. Газ здесь активный. Квартира находится у нас на 11 этаже 15-этажного здания. Если вас заинтересовал данный объект, пишите нам по указанным номерам. Всем обязательно ответим. На этом все. Всем спасибо, всем пока-пока.